Антимонопольные власти Евросоюза оштрафовали банки JP Morgan, UBS и Credit Suisse в общей сложности на 115 миллионов долларов за манипулирование процентной ставкой межбанковского кредитования LIBOR в швейцарских франках. Royal Bank of Scotland, также участвовавший в сговоре, но предупредивший о нем Еврокомиссию и сотрудничавший с этим со следствием, наказан не будет. Самый крупный штраф из тройки более 70 миллионов евро, 89 миллионов долларов, будет наложен на JP Morgan. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам конкуренции Хоакина Альмуни, наши решения основаны на соглашениях с банками, которые признали свое участие в сговоре, мы же в обмен снизили на 10% касавшиеся каждого из них штрафы. Это позволило комиссии быстрее завершить расследование. Штрафы рассчитывались исходя из продажной стоимости соответствующих продуктов и длительности нарушений. Эти санкции последовали за рекордным коллективным штрафом в 1,7 миллиарда евро, наложенным Еврокомиссией в декабре 2013 года на 6 финансовых институтов за манипулирование ставками LIBOR в Лондоне и ставками межбанковских кредитов евро-евробор.